Презентации в Кингисеппе – дело не новое и не редкое. Городская библиотека пригласила читателей и гостей еще на одну. В этот раз свое творчество представила поэтесса Елена Крутова. Нет у меня сейчас души стихов. Застыли рифмы, сердце замолчало. Лишь тихий шелест крыльев мотыльков и блеск волны у самого причала. В Кингисеппе у нас вот это светлое чудо творчества – мысли, души расцветает и поддерживается единомышленниками, друзьями. Елену Крутову назвали поэтессой души. Немного грустные и мечтательные стихи в исполнении автора и гостей вечера Сергея Смирнова и Галины Север были под стать кингисеппской погоде. А если и впрямь такова целяви, что всякое чувство бесплотно, без слова, изволь, я тебе расскажу о любви. Итак, ты готова? Но пока еще верится во верета в пути. Все придет, все изменится, только ты не грусти. Не грусти над закатами, не тоскуй до зари. Боль остался несватанным, ты вокруг. Зал внимал словам и музыке, которые исполнялись в читальном зале. Всем было немного грустно, и в то же время в груди зрела гордость за наших творческих людей. Это был хороший предновогодний подарок. Андрей Титов, Андрей Козлов, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.